Привитоса, Мигас, продолжается Орден. Настало время, я думаю, отомстить. Отомстить страшной местью всем членам. Но это вот, если он сейчас пойдет вот прям вообще против Ордена, и весь Орден начнет крошить, это уже будет похоже на эквилибриум на какой-то. Беглец может быть вооружен, стрелять без предупреждения. Насколько я помню, минимум 3 недели прошло с того момента, как убежал главный герой. А они его до сих пор ищут. Смотрите, кого целитесь. Со всем вниманием. Блять, какую странную перестрелку несет, ведет эта женщина. Она не пытается укрываться, она стоит в полный рост. Ну, хули. Черная вода, вспоминаю, помираю. Не, помираю, вспоминаю, черная вода. Охранник нейтрализован. Бля, я вот не знаю, смысл пистолета дуэлянт, если не стрелять в упор, вообще пропадает полностью, потому что второй патрон уходит уже куда-то в небо. А у меня есть граната? Укройся, укройся, блять, он не укрывается, наверное, из-за фонаря. Слушайте. Сотрудник компании убит. Вот я вспоминаю, вот сейчас я только что выстрелил врагу в ногу, в руку. Я вспоминаю Medal of Honor, да, еще на первом PlayStation. Так вот там, когда я стрелял немцам в конечности, да, а то и в пах, они непременно хватались за больное место руками, то есть они как-то реагировали на твои попадания. А здесь ты ему, бля, в ногу стреляешь, ему вообще похуй веники. Шел 2016 год, мы делали игры как могли, да? Ой, нет, только не этот, блядь. Интересно, а почему они волнами нападают, а не плотной толпой? А если это патруль, то зачем столько людей отправлять патрулировать подземную дорогу? Как бы что, 3 человека не справятся с тем, чтобы осмотреть ее? Если здесь столько народу, это указывает на то, что как бы враг знает примерное местоположение нашего протагониста. Откуда ты знаешь, что он последний? Ты их посчитала? Ничего не понимаю. Как тут? Чё тут? Ну ладно. Я просто надеюсь, что когда-нибудь сценаристов фильмов станет настолько много, что половина из них уйдет делать игры, и мы перестанем вот наблюдать такие косяки и закрывать на них глаза. На очевидные нестыковки. Вайчепл, вон там. Да хотя и фильмы сейчас не лучше. Ни раньше, ни позже они наткнулись на убежище. Судя по красной форме, это гвардейцы королевы Англии прям за ней ходят. Надо было еще простыню леди Грейнер, помадой перемазать. Здесь явно побывало несколько человек. Кто-то помог сэру Галходу. Да, и они поролись на этой кровати. Сообщите совету. Мерзавцы. Что мы разыскали беглеца. Блять, какая сука все-таки, а? Прикажите всем рыцарям стягиваться к Уайтчепелу. Да, миледи. В Уайтчепеле ведь медом мазано, блин. Все действие там происходит. Зачем рисовать 2 района города? Господь свидетель. Я положу конец этому мятежу. Эти сектанты такие милые. Все вон! Бегите! Стреляй в воздух. Живо! Нет. Нужно уходить. Каждую минуту в Уайтчепел может нагрянуть полиция. Они начнут вязать тут всех без разбора. Собирайтесь и уходите. Мы сюда пришли, потому что отсюда нужно срочно уходить. Вы что, не в своем уме? Вам никак нельзя появляться во дворце.
Я должен вызволить Николу. Я его должник. Алистер вас знает. Он ждет, что вы явитесь. А я не думаю, что ему что-то угрожает. Чего не взяли? Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один. Если доживу до завтра, я разыщу вас. Решено, рыцарь. Не слышали? Я больше не рыцарь. Это погонял твое незвание. Смотрите, как он плащом вытирает лестницу. Нет, я не рыцарь, месье. Но кто? Предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. 2 революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Посягнете на дело свободы, и клянусь, я стану вашим заклятым врагом. Адье, месье. До новых встреч. Мы еще встретимся, друг. Нихуя не понял суть этого разговора. По-моему, они должны были либо сразиться, либо вместе пойти, но никак не, блядь, обменяться парой пустых фраз, которые вообще ничего, в принципе, не значат. И разойтись. Уже уходите? Дэви. Вы запомнили мое имя? Мне многое нужно вам объяснить. Я должен был вам поверить. Нет времени на болтовню. Вижу, вы торопитесь на тот свет. Я все исправлю. Любой ценой. Тогда держите. Опять эта берданка. О, и постарайтесь не умереть. Похоже, вы нравитесь моей королеве. Походу, мы можем замутить втроем. Надо действительно постараться не умереть. Дебриз лаборатории Теслы. Угу. На метро поедем. Красота. Хотя, глядя на туннели, которые тут вечно чем-то завалены, я сомневаюсь, что тут вообще поезда ходят. Так, я слышу голоса. Они закрыли дверь и сдриснули, да? По-моему, я вот Никола, тут ответьте. Ходил уже. Я в катакомбах. Иду к вам. Сэр Галахад, вы спятили? Вам нельзя здесь появляться? Держитесь. Я скоро буду. Николе не нужна помощь. Его участие в твоем лечении вряд ли было раскрыто. Понимаешь? И ты идешь его спасать, хотя ему ничего не угрожает. Зачем, блин? Да, пойдем-ка глянем. О, а вот и краснопузые. Обратите внимание, как гвардеец справа видит, что по ним стреляют, но все равно продолжает бежать вперед такой легкой трусцой. Чем они хоть вооружены? А, пидорскими пистолетами. А у этого маузер. Странно. У них как бы не было, да, единого набора, которым должны быть вооружены все. Кто на что гораст. Так. А, сука. Опять этот говноед, блядь. В железной маске. Там поролон-то хоть подложен, или ему пофигу на сотрясение? Там, наверное, такой звон стоит. Сука, вот как с ним сражаться? Надо дыру в броне проковырять, что ли? Причем я сомневаюсь, что тогда владели технологией создания такой брони, которая бы пуля останавливала. Твою мать, боец, убей!
Там даже первые танки куда позднее построили, а, блять. Хотя это же альтернативная реальность. О чем я тут, и рации у них уже есть. Блять, они настолько далеко находятся, что уже там размыты даже. Я не могу, блять, в таких условиях воевать. Еще с этим, блять, идиотским пистолетом. Спасибо, хоть индуска мне фальшион подтянула этот. Я его не очень жалую. Ну, придется его, кстати, поменять на вот это вот. На вот это вот подобие, блять, оружия. О, в жопу, о, винтовка и маузер, вот оно. Вот оно, оружие революции, ёпте. Где мой? Все, сука, сейчас. Не, дробовик я брать не буду, нахер. Особенно этот трехствольный, который одним выстрелом. Так, у нас неприятность. Разряжает все стволы. Никола, уходите оттуда, немедленно! Бояться нечего, друг мой. Я оставлю канал связи открытым. Все будет хорошо. Никола, не глупите! Никола! Ну что? Красномясы, или кто там? Как их, блядь, даже называть-то, не знаю. Хочется такого революционерного оттенка придать по случаю игры с Маузером. Да. О, ебать, а что это такое? А, это, блядь, электрическая хуидристика. Обратите внимание, в склепе арсенал. О, какая пушка. Такой у меня еще не было, по-моему. Так, а это у нас что? Это у нас дуэлянт. Нахуй дуэлянта. Это у нас что? Это у нас граната. Так, я себя чувствую сучкой в магазине, блядь. А, розовые шортики, нет, не буду. Я с таким ружьем, вот с этим вот в мафию, блядь, наигрался. Помните уровень, где вино надо было забрать или продать, что там? На винодельнях-то разборочка. Фальшион нахер надоел. Что еще тут есть? Все, ничего больше нет. Блядь, 12 патронов, ёптого пистолета. Он здесь! Черт! Открыть огонь! Берегись! Как долго умирает. А, это гвардейцы, гвардейцы, вот они кто. Нихуя он умирает и стрелять продолжает, вообще классно. А, блядь, пидорасы, зажали, зажали. Что, черт, ты не знал, что пистолет надо перезаряжать время от времени? По-моему, они говорят, называют эту комнату оружейной почему-то. Так. Да, блядь, ты будешь из нее стрелять или что? Ну, ебаный в рот, ну что это, блядь, за оружие такое конченое, блядь? Ну, пиздец, вот эта электрическая хуйня, сука, вот, блядь, вот просто говно, нахуй. Я, блядь, ее рот наоборот, такое дерьмо, блядь. Просто, блядь, фантастическая хуйня. Блядь, это пиздец, а не оружие. Просто, блядь, более суицидального куска дерьма, блядь, в этой игре, наверное, просто нету. Пока она, блядь, выстрелит, реально вас уже... Вас уже в рукопашную подойдут и трахнут, блядь. Чё, кто-нибудь умер вообще от этого взрыва? А хули я спрашиваю, конечно, нет. Какое подкрепление? Где он есть подкрепление? Да, фальшон все-таки не так и плохо. Сравнительно. Пиздец, блять. Но мы будем пить-то эту воду черную. Вот этот гандон нас долго. Че он бегает-то, блядь? Он расходует мои патроны в наглую.
Че это было-то, ёбаный насрал? Серьезно, что это было? Сука, надо с винтовкой пробовать. Винтовка, она вот хотя бы, бля, валит с первого попадания. С автомата из-за того. И все убежали, блядь, от этой гранаты. Она еще дольше не могла там. Не, винтовка нихуя не с первого попадания убивает. А какое подкрепление он говорит? Блять, столько попаданий, нет. В жопу винтовку, отъебитесь от меня, гандоны. Где, блять, что-нибудь, кроме винтовки, блять, вот это говно. Вот она ваншотит, разве? Но скорость этих ваншотов просто возмутительная. Пиздец. Ди Каприо в железной маске ничто не ваншотит. Блять, убьют сейчас нахуй же. А, блять, кончилось все. Граната. Блять, черми. А в этого хоть пшикай, хоть не пшикай, бля, ему похер. У него, наверное, еще и фильтры встроены. Бля, вот главный герой валит тех, кто просто по незнанию защищает вампиров и оборотней. Я понимаю, безвыходное положение, но после того, как он докажет свою правоту, кто, блядь, вместе с ним будет сражаться, причем к плечу с этой угрозой, если все будут мертвы? Охеренно спрятался. Мы тут в прятки играем или у нас перестрелка идет? Так, где термит? Я видел ублюдка с термитом. Вот он. Надеюсь, он мне патронов-то оставил. Оставил пострелять. Ой, молодец. Блять, просто кровавая баня тут была. Ах ты, ёб твою мать, кто? Пиздец. Я как будто... Да. Это, видимо, местный магнум, кстати, судя по звуку, и скорострельности, но... Мне так показалось, что только что я выстрелил ему в ногу 2 раза, и пуля вообще прошла просто сквозь него. Как в этом, в Южном парке. Слова, они как пули, я пропускаю их сквозь себя. Извините, ребята. Да, извините, ребята, не держите на меня зла, блядь. На том свете сочтемся. Хуя себе попросил прощения. Давай зэков выпустим, может, зэки за меня будут. Что-то как-то результативности у термита маловато. Откуда простые, блядь, мечи знают, что такое термит? Они такое оружие только, блядь, в журнале научной фантастики от Николы Теслы знать должны. Блядь, термит вспыхивает, не долетает. В этом шашлычная на углу, посмотрите. Шашлычная у Ары в подворотне. Просто столько мяса там лежит сейчас, подгоревшего. Простите, пацаны, давай, скажи это снова. Простите, блядь. За то, что сжег вас, пидорасов, живьем. Сорян, пацаны. Аля Герком, аля Гер... Этот... Смотрите, как будто он спит, и ему снится, как он сосет члену у кумира всей своей жизни. Смотрите, блаженно.
В такой положении Флорик каждый день спит, наверное, и ему снится, что он устраивается на работу в Mail.ru, вот так вот. А под утро еще и ссыться, наверное. Отчасти. Никола, вы-то мне и нужны. О, чем могу быть полезен, сэр Лукан? Идемте. Нам нужно многое обсудить. Да, сэр. Давай тут обсудим. А что за взрыв был? Это они обсуждать начали? Что это такое? А, во, лестница. А, нет, это не лестница. Сука, я что, свернул не туда? Это что? А, самое время пялить на фотки. Что это такое? Ну, какие-то люди. Ночлежка, что ли? Head of Ахидули. Ахидули, Ахидули, блядь. Чё за хуйня? Чё там, блядь, написано вообще? Зачем они подписывают фотографии на латыни? Ага. Так куда идти-то? Ёб твою мать, с катакомбы. Дёрни рычаги какие-нибудь. Может, что-нибудь откроется. Мы, блядь, пройдём куда-нибудь. Так, а если я сюда пойду? Вау. Угу. Там, так, ну. Сюда, сейчас. Поворот налево, поворот направо. С этим узким ебучим экраном, бля, он только дезориентирует. А у меня и так дезориентация. Левел 80. Вот мне куда? Там тупик. Значит, сюда. Ах ты, ёбаный нассать, блядь. Ну вот потому что широкоэкранный. Я смотрю, блядь, на мир глазами Робокопа, блядь, когда он в свою щельку смотрел, щелку, он тоже, наверное, не видел, что там выше, что там ниже. Но он робот, ему нахуй не надо. А мне, видите, лезть куда-то пришлось. А, блядь, опять. А я сижу и думаю, вот давненько я не взламывал ничего этим волшебным прибором. Никола, что случилось? Леди Лакшми была права. Он знал. Я вас вытащу. Че он знал? Ты переебал ему из этой пушки или нет? Давайте. Он сдох? Че он кряхтит? На нем крови не пятнышко. Он еще там. О, он еще там. Ну-ка, пойду ему жопу зажарить. Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно. Чего не сделать-то? Я могу надругаться над его трупом. Лукан, я обоссу тебя. Обнимемся, брат. Иди, обнимашки тебя ждут. О, что это у нас? Дискомет. Алистер! Алистер! Я знал, что ты вернешься, брат. Сейчас я тебе это в жопу Погоди засуну. На свет, посмотри, какой. Мерзавец! Вибрик. Вибрик Зевс. Замешу. И я. Мы не такие уж разные. Замешу говно в твоей жопе. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое выживание. Это ложь! Однажды, возможно, ты поймешь. Да, мы боремся за выживание, блядь, по всему миру распространяем себя в ящиках. Нихуя. Охуенно. Мы отдали ему пушку. Дебил. Что будем делать? А, прости меня, Грейсон. Этого я совсем не хотел. Давай, по-мужски. Да, ты хотел, чтобы меня повесили, я понял. Такой, блядь, оплеуха левой. А он от нее отлетел, как в индийском фильме. Это не Грейсон, это, блядь, Митхун Чакраборти, судя по ударам. Звучным таким, смачным. Али, Али, ача, ача. Нахуй ты, блядь, это сказал? Он теперь еще сильнее станет. Ты дурак совсем?
Ебать, она здоровая, сука, хуево. Давай тоже превращаюсь в дракона. Блять. А, блять. Трансформируюсь. Активация. Блять, поебалу получаться. Подожди, сейчас я что-нибудь сделаю. Получи. Опять бой, блять, с этим ликанином, блять, говно такое, что. Опа, у ворот за лупу в рот, нате. Сейчас по паралам порежу. Сющий, медленно, падла, сразу будем резать. А, на, ара, сющий, это с минорезом. Эти башка отрежу, нахуй, ты понял? Блять. Не отрежу, походу. А, вот, башка тебе резать буду. Сющий, брат, да, брат, не убивай, брат, подожди. По лицу не бейте, пацаны. А, еще шакал вонючий, резать буду тебя сейчас еще раз. Блять, не туда нажал. Теперь на L1 надо. А, сющий, как барана режу. Опа. Дискотека века, ёпты, давай, чуть бей его, нахуй. Смотришь на него. А, получил по щишечке. Блять, такой файтинг тупой, честно говоря, пиздец. А это у него полоска жизни там. Опа, она. Ах ты, говно, еще кусаться будешь, ну ты и тёлка, блядь, ты меня за волосы еще схвати. На, в еблище. Опачки. Интересно, а игры это не оборотень? Да не, какая она нахуй оборотень. Шалава она. Не брат, эти гнида волосатая. Не этот гнида сразу будем резать. Какой-то ара солнцевский пройдет. Ой, на дубиной, блять, осиновый поебалу неправославному. Давай. Опа, 50 ножевых найдут на лукане. Меня признают неадекватным. Ну что, древний, как тебе? А он древний вообще или он обычная шавка? А он-то к чему тянется? Блять, как. Он весит килограмм 130. Как он его держит одной рукой? А как вообще чувак, который весит на вид килограмм 70, превратился в такой огромный хуй. Ну я же нажимал, блять, да что за говно? Ну, блять, охуеть вообще. Это чекпоинт здесь? Потом говорят, ты же говорил, игра на 5 часов, почему ты проходишь 7? Да потому что фейлы, блядь. На, сука. Я и шайтан, блядь. Знаете, он на кого похож? На черта, блядь, из этого вечера на хуторе, блядь, близ диканьки, еще с Куравлевым, блядь. Эй, чертом будешь, блядь. Тыкай кнопку, тыкай его нахуй, затыкай кинжальчиком своим. Тыкай в жопу. Давай, сын пекинеса, блять, вставай. Я знаю, что ты будешь делать. Я знаю, что надо жать. Давай, блядь, тыкай. Кортиком ему под ребра, сейчас ему всадим, блядь, пидорасу. Опа-на, вот так вот уже, 800-й удар в то же место. Ой, у него ломки пошли уже. Эх бы ножик мне, да серебряный, ёптэл. Тихо, ногу правую так и держи, а то забанит YouTube пизду за твою залупу. Еще бан хоть и не схватало. Я знал, что этот день однажды наступит. Да. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались и гибли. А я думал, голую бабку. Из людской алчности. Голую бабку хуй с памяти. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь?
Изи, мой отец. Я любил их как родных. Но где им понять, в каком кошмаре я жил? Сын мой. Отец. Альбус Дамблдор, наконец-то ты пришел. Прости меня. Это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Какой ты... Вы знали. Ах ты, пидорас старый. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Да вы ебанутые оба. Как мог я забрать жизнь невинного? Авада Кедавра, где, блядь, моя палочка? Сознайтесь во всем совету, лорд-канцлер. Да, хуй он там сознается. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Отойди, Гарри! Это правда. Потрясет наш орден до основания. Гарри Поттер. Значит, пожертвуете мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Ты и Сильверус Снейп, и один из рыжих. Мой сын. Я не могу прервать его жизнь. Сейчас ствол отдаст, смотри. Оу, У меня большая пушка. Изабель. И совет не должны ничего узнать. Да. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Не должны узнать, меня об этом. Какая ты гнида. Какая ты отныне гнида. Я запрещаю вам знаться с рыцарями. Ты, старый, не пизди, у меня патронов 5, а у вас 2. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Ага, а ты более закончите, не его глава. Закончите, что начали, прочь. Пиздец какой, вот ублюдок. Стреляй. Эти в спину ему. Созданы для такой жизни. Стреляй в спину стреляй. Блядь, что нажать надо? Че нахуй такой? Я в шоке, вот говно старое. Кем он себя считает, блядь? Он считает, что он орден создал. Наступит день, когда наши страдания кончатся, брат. Ну твои-то сейчас закончатся, допустим, а я это еще пострадаю, может, блядь. Тогда мы обретем покой. На сестре, на твоей, выстрадаю всю свою боль, блядь. Выплескаю ей на лицо. Какой приятный звук, боже ты мой. Да я выстрелю, да я выстрелю. Я хочу нажать, я нажать хочу, да я. Оуа. Так, надо какую-то речь толкнуть, короче. Ну, ты понимаешь, что, ну, мы это... А хуй с тобой, короче. Тут и слова-то так сразу не подберешь. Это конец. Это конец игры, да? Ну, как бы мы убили предателя, но командующий ордена, он тоже предатель. Как бы еще какой. Он всегда знал, что сын его оборотень, и что, видимо, что, надо было спросить его, подождите, командующий, а вы знаете, что вот сэр этот Галахард, нет, не Галахард, Галахард, главный герой, ну тот, короче, лорд Гастингс, блядь, он вампир, вы в курсе вообще, а вы знаете, что перевозит Ост-Индийская компания? Да, игра, конечно, но она не такая длинная, как там, допустим, Uncharted, не такая длинная, как Ведьмак, но Ведьмак, видите, он не совсем консолен, поэтому... Он и весит-то побольше, но я не скажу, что игра такая уж супер короткая и что, но она интересна, она интереснее, чем последний Uncharted, так... да она интереснее, чем любой из Uncharted, она не такая детская, тут даже сиськи-письки показывают, но, конечно, да, за 4 рубля, конечно, маловато, за 4 рубля тут еще должно было 2 DLC бесплатных выйти, мне кажется. Вот, но сюжет такой вполне себе, он, ну, он, не то чтобы он полностью закончился хэппи-эндом, он, ну, история, ну, какая-то, какой-то фрагмент был все-таки закончен. Но это стимпанк, и поэтому здесь и сюжет стимпанк, и концовка стимпанк.
Вообще мне понравилось. И графоний тут заебись. И, ну, хотя вот перестрелки и бесконечные, и миссии не очень интересные. Вот. Но по сюжету претензий никаких нет. Ну, это, ну, сами понимаете, что мы живем в такое время, когда стоит выбор. Либо сюжет интересный, либо геймплей интересный. То есть и то, и другое встречается крайне редко. А когда встречается, ну, называется Ведьмак. Ну и Ведьмак, он тоже не идеален, вот у кого бы сейчас в яйцах не скрежетнуло, но в Ведьмаке нету интересных боссов, вот в третьем Ведьмаке нету боссов интересных, а какие там есть, их очень мало, то есть их мало, не, ну как, вот Вихт, допустим, ну такие игровые ситуации, всякие сюжетные вот эти замутки, это круто, но вот нету вот боссов прям вот каких-то серьезных и крутых, и даже когда они были, то это Куралиск, Василиск, Дермалиск, блять, и все, то есть все, ну все это одинаковые драконоподобные создания. То есть, казалось бы, игра про мутанта, про борьбу, блядь, со всякой нечистью, знай себе, сиди, придумывай одну за другой, но нет, вот не стали заморачиваться, и хоть ты тресни, вот боссов мало, их нету, вот это вот, конечно, да. Ну, здесь тоже боссов нету, а когда есть, то с ними происходит рукопашная схватка, но здесь и игра другого жанра, в принципе-то. Ну, не знаю, по-моему, вот, конечно, еще парочка глав игре бы не помешала с повстанцами, с восстаниями, чтобы вот весь орден ушатать, а потом, не знаю, как-то восстать против вампиров. Вот чего-то такого хочется, но это был бы уже, я говорю, фильм, блядь, «Другой мир» или фильм «Эквилибриум». А здесь, ну, вот игра закончилась таким, не то чтобы минором, но как бы такой вот недосказанностью, которая оставляет надежду на сиквел у фанатов. Вот, как-то так. Ну, короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. В принципе, по скидке такую игру купить и в нее поиграть за 2000 рубасов, ну, блять, ну это лучше, чем Homefront и Mirror's Edge, которые стоили абсолютно столько же. Но, с другой стороны, какой-нибудь UFC 2 принесет вам, конечно, больше радости и счастья. Да даже Bloodborne, каким бы тупым куском говна он не был, по сути своей, но играть в него можно куда дольше. Вот, и затачивать, собственно, свой геймерский скилл. Ну что, после титров мы что-нибудь увидим? Сэр Галахад. Увидим. Вас ищут по всему Лондону. Медлить нельзя. Более не рыцарь. Ха-ха. Сэр Галахад, вы слышите? 21 день сэр декабря. Галахад. Лондон на военном положении. Не бойтесь, Никола. Из-за чего? Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Против Галахада, что ли? Или против кого? Сейчас не время для геройства. С кем они воюют? Нам надо последовать за леди Лакшми и покинуть город. No, I'm Batman. Я скоро буду. И чтоб вы знали, я больше... Не рыцарь. А, не Галахад. I'm Batman. А, блядь. Я опередил события. Вот черт, надо было вот эту фразу приберечь немножко. Все, вот теперь точно конец. Ждем продолжения. Бля, я ну, за 4 рубля, конечно, я ебал опять покупать 7 часов игры. И причем второй раз эту игру перепроходить смысла-то как бы нету, потому что вариативности тут ноль, к сожалению. Вот. Нету вообще никакой вариативности. Вот если бы она хотя бы была, можно было бы игру два раза пройти. За злых и за добрых. И это было бы уже 14 часов геймплея. А так вариантов не... Вариантов, сука, ноль. Поэтому один раз прошел, все уже знаешь, все понятно. Сами по себе перестрелки не очень интересны. То есть это не первая мафия, которую вот в давным-давно каждый проходил 10 раз и каждый раз... Как в первый раз был, в общем-то. В общем, все, короче, чуваки. Пишите, жмите, как сюжет, как игра, как чего и все такое.